Привет, друзья! С вами Галина Пчелка. Сегодня будем делать очень важный для рукодельниц, для цветодельниц эксперимент. Это будем делать вот такой вот самодельный молд. Для фактуры лепестков. Смотрите, какая четкая фактура. Прожилочки видны, очень классно. Точно так же покажу вам этот листик. Но есть минус в моем молде. Я сделала зелеными хэбэшными нитками, и как видите, цвет после обработки перебился на светлую поверхность. Поэтому вместе с вами будем делать из белых хэбэшных ниток. Итак, делаем. Сначала из плотненького картона нарисуем шаблон листика. Я сделала его чуть больше, лучше больше, чем меньше. Вырезаем. Вырезали наш шаблон, и теперь на расстоянии 5-6 миллиметров сделаем вот такую продольную линию. Найдем центр этой линии. Еще здесь и здесь делаем такие отметочки. И от этих отметочек делаем прорезь. А теперь где-то до середины этой линии делаем следующим образом прорезь. Раз. И два. И по этой линии вниз. А теперь ножничками посерединочке делаю еще вот такую, вот как здесь. Такой шаблончик, но это еще не все. Смотрите, по краю каждый миллиметр делала надсечки и потом вставляла туда ниточки. Я это делаю канцелярским ножом. Отмечаю серединочку, делаю прорезь. Мелко-мелко делаю эти прорези по всему периметру до этой точки. Мы сделали надсечки на всем нашем молде. Нам нужна белая нитка. Самый верный способ не окрасить наши молды. Хотя, если это будет, например, мак, вот такие окрашенные прожилочки очень классно смотрятся. Но делаем малюсенькую надсечку здесь, чтобы закрепить нитку. Теперь посерединочке тоже делаем надсечку. Возможно, одну небольшую. Вот так. Центральную насечку. Одеваем нашу нитку и теперь вниз в центральную насечку, вот так. Не забываем отгибать наши надсечки по мере того, когда мы будем в них продевать нитки. Ну вот, я делаю еще раз виток здесь, и вот эти две ниточки можно завязать или приклеить с изнанки. Теперь давайте же попробуем, как наш молд работает. Допустим, это будет мак, и внутри мне нравится наша структура черная, если она отметится. Я прикладываю сюда красивой стороной и красивой стороной прикладываю с другой стороны, и надо состыковать. Бумага для выпечки, и прогреваем наш молд.
вернее, два молда. Вам видно? Превосходно. Теперь здесь. Вау. Очень классно, очень четко. Такой лист у нас получился. Очень рада была поделиться с вами таким полезным советом. Спасибо мастерицам, которые делятся в YouTube этим. Если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы мы с вами не потерялись. Всего хорошего вам, друзья! До новых встреч! Пока!